Начало второго в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. И своим особым мнением сегодня с нами поделится Валерий Турул, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер Кировской области», руководитель регионального отделения «Продфронт», в недалеком прошлом депутат областного законодательного собрания. Я тут, походу, в спешном порядке меняю свой микрофон, потому что что-то с ним случилось. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня наша первая встреча в новом 2018 году, поэтому с наступившим, думаю, не поздно поздравить. И вас также. Я напоминаю нашим слушателям, что вы тоже можете участвовать в нашей беседе, задавать свои вопросы гостю особого на сайте hkirova.ru. Есть специальная форма для этого. Сегодня у нас много тем, и начну я с темы, которая попала в информационное пространство накануне вечером. Я имею в виду судебный процесс по делу Никиты Белых, экс-губернатора Кировской области. Накануне прокуратура гособвинения запросила для него наказание. И наказание ни много ни мало 10 лет строгого режима плюс штраф в 100 миллионов рублей. Некоторые эксперты говорили незадолго до этого, что, возможно, Никите Белых дадут, или прокуратура запросит больше, чем экс-министру Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Его, напомню, приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Ну, вот сейчас разные люди, известные люди в нашем городе, в таких частных беседах, говорят о том, что, ну, все-таки суд немножко сжалится над Никитой Юрьевичем, учитывая в том числе его состояние здоровья. Сейчас вот фигурирует период 9 лет, возможно, дадут. Но стоит вспомнить, что год и 7 месяцев уже Никита Юрьевич находится, да, в СИЗО, и, как это обычно бывает, возможно, будет зачтено. Невозможно. Да, зачтено будет. Ну и что там получается? Если 9 лет дадут, то минус 2, 7 там остается. Ну, во-первых... Ладно, как вы все это оцениваете? Да, Володь, да? На кофейной гуще, наверное, не Конечно. Надо гадать. Мой личный опыт взаимодействия с судебными органами свидетельствует, что какая установка дана, ту установку суд и выполнит. Поэтому рассчитывать на то, что... Сверху там, установка? Ну, это уже дело техники. Сверху, снизу, сбоку. Но здесь несложно представить, кто имеет право и возможность давать такие установки. В общем, есть рычаги, есть рычаги. Конечно, конечно. Поэтому, что суду скажет, я вот даже могу вспомнить, когда был выбор в законодательное собрание Кировской области, мы опротестовывали подписи в Верховном суде, непризнание наших подписей. Там суд, он сказал, а кто жалобу написал? Я говорю, я написал, Турул Валерий Николаевич, участник процесса. Он говорит, а почему ваша жалоба не заверена нотариусом? И на этом основании не приняли жалобу. С какой стати? Так вот, это я вам к слову говорю того, что, ну, если задача поставлена, то она будет любыми средствами выполнена. И по барабану этому судье, как мы будем о нем судить? Потому что, ну, на карту ложится и его судьба, и будущее, его членов семьи и так далее. Поэтому я бы о другом сказал, что объявят там 10 лет, 9 лет, не это принципиальным является. Хотя срок в тюрьме провести там каждый день кажется вечностью. Да? Здесь принципиальная позиция, которая, в общем-то, при всем моем критическом отношении к Никите Юрьевичу, он же и подставлял меня не один раз. И оно же до сих пор критическое или как-то уже смягчилось? Нет, оно... извини, дорогой мой, когда тебе дают команду возбудить уголовное дело, и все делается против тебя, и когда я потом подхожу Никите Юрьевичу и говорю, Никита Юрьевич, вы что думаете, вы бог за бороду поймали, да, с вами будет то же самое, только на другом уровне, и оно, это случается, это несложно было предсказать и предвидеть. Я о другом. Или 10 миллионов мы потеряли живых денег при реализации проекта, где он подписывал распоряжение на реализацию. Да. Помню, поэтому ну, такие вещи, в общем-то, не смягчают отношение к своему противоположной стороне оппоненту. Но я о другом хотел бы сказать. Вот вызывает некое уважение его позиция. То есть, ну, всем понятно... Буквально всем понятно, что это подстава, и ничего он не брал. И если бы он захотел взять... Это вы лично для себя понимаете? Конечно. И мое окружение, и противники его все убеждены в этом, что не было этого. Это подстава чистой воды. Поэтому... Не было чего? Взятки. Взятки это не было. Все за уши. Там два эпизода. Да, ну, а в тех эпизодах он не участвовал, в остальных-то эпизодах. Это вот здесь прецедентом
явилась, когда он там в кафе там, или в ресторане сидел, вот это. Отсюда уже дальше, знаете, есть сказка, русская народная сказка, как солдат кашу из топора варил. Mm-hmm. Да? Дай мне то, дай мне все. Да, то есть вот топор есть, а дальше сварим кашу, которая нужна. У нас в армии это называлось варить колонну. То есть если цель завалил, тебе ставят двойку, а цель завалил. Главная задача выполнена, да? А дальше мы говорили, давай будем варить колонны. И потом на следующий день тройка уже, еще через день четверка. Ну, начинаешь доказывать. И поэтому вопрос такой, что если есть колонн, то вокруг него можно уже что-то варить. Колонн был создан. А дальше, что поставили задачу, то и будет сделано. И не случайно мы говорим, Улюкаев, там, Белых, это как клоны некие дела. Вот, и участники в этом процессе одни и те же, там, генерал, там, служба безопасности участвует, которого потом вводили. Поэтому я не об этом говорю, я говорю о другом, что мне импонирует позиция самого поведения Никиты Юрьевича. А что именно? Что главное? То, что он отстаивает до конца свою позицию честности, и что этого не было. И отрицает вину. Конечно, да. Отрицает вину. Ведь можно пойти на сделку со следствием и выторговать там 3 года, 4 года. И что они захотят, то и сказать. Но он отстаивает до конца. И мне думается, что здесь надо идти, ему будет до конца, дальше апелляция, кассация, вплоть до международного суда. И я думаю, что наши власти, они вынуждены будут сломаться. Тем более, подобное поведение, оно крайне невыгодно Владимиру Владимировичу, Путину, потому что все же след где-то там тоже находится, вот там, около его окружения. И это не может сыграть, или может не сыграть в пользу Путина неожиданно, в ходе выборной кампании. Конечно, конечно. Но есть некие вещи, которые, в общем-то, сам даже не прогнозируешь, что это серьезно, а она вроде бы мелочь, да, потому что притуплены оценки, и вдруг появляются эти вещи, и вокруг нее начинает сразу раскручиваться спираль. А есть такое понятие, сегодня Давосский клуб преподнес, что это следствие 4-й промышленной революции, это сжатая спираль внутри квартиры. То есть люди сегодня, они все находятся как в сжатой спирали. И непонятно, что явится вот этим катализатором, который даст команду этой спирали раскрутиться. Понимаете, да? То есть напряжение, оно тоже имеет свой предел. А то, что там чисто формально сказать, ну, Белых вор, ну, думаю, что вор, но я этого доказать не могу. Но он играл в правила игры, которые... Вы следили за судом, за всем? Да, ну... Доказало обвинение, что он вор? Ну, Володь, я не хочу даже этого касаться, потому что, ну, сам проходил эти все вещи, когда давали команду. И ты вот говоришь одно, а они просто этого не слышат. Ну, просто не слышит. Вспомнить тот же сюжет, когда... Это я потом узнал, что 2 уголовных дела на меня дали, возбуждали там по экстремизму и по уходу от налогов. Помните, тогда сюжет по НТВ запустили, что Турула бегает от налогов, и там Федеральная служба судебных приставов пыталась в законодательном собрании с меня там подпись какую-то взять и так далее. И вот это, ну, все раскрутка. Да, а тогда была попытка возбудить уголовное дело, я не подписывал протокол, а 2 раза не подписывать протокол, автоматически возбуждается уголовное дело. Поэтому второе, там по экстремизму Воронов там вытягивал тоже из пальца. Ну, вытягивали. Если бы не Бережинский, которому я позвонил, он сидел уже на чемоданах, в Оренбург уезжал. Я говорю, что происходит? Он говорит, да не может этого быть, я добро, говорит, не давал, а там же должна отмашка быть в прокуратуре. Да. Звонит через 2 часа, говорит, точно, вот, у тебя 2 уголовных дела. Я, говорит, дал команду закрыть их, иначе на них возбужили. Но это у меня здесь ситуация такая была, у него она несколько другая. И поэтому чего там доказать... Я еще тогда, отвлекающий такой маневр, в одно время там пообещали меня убить, и высветилась смс-ка, с какого телефона угроза поступила. Как-то уже... опрометчиво поступил отправитель, зная, что есть Я думаю, что ноги из другого места растут. Я немедленно дал информацию в Федеральную службу
безопасности ФСБ дежурному, проверьте, вот, а я находился в Тульской области в то время, проверьте, пожалуйста, этот телефон, вот только оттуда поступил угроза. Молчание. Ну, я приехал из командировки, поехал туда, к ребятам, говорю, письменное заявление примите, вы, по идее, должны по звонку уже возбуждать дело, то есть дежурный докладывает и так далее. Вот. Ну, и встреча у меня состоялась с одним человеком, и лежит вот такая папка. А я вижу, Турбло написано на этой папке. Я говорю, что это такое? Он говорит, Николаевич, ты нормальный мужик, но дадут команду, вот любое дело тебе сошью. Любое. То есть там все докладные протоколы, доносы, доклады, и все это в хронологическом порядке сложено. И говорят, вот дадут только отмашку, завтра будешь сидеть 15 лет. Поэтому я, вы поняли, к чему я говорю? Да? То есть, на мой взгляд, Никита Юрьевич, он выбрал правильную тактику, потому что, что бы он ни делал, команду дали, и ничего его не спасет. Поэтому пусть убедительно доказывает следствие, что он действительно преступник и вор. Ну, терпение ему и чего. А то, что он этого не делал, точно. В ближайшие дни мы узнаем, собственно, решение конечно, суда. У нас конечно. Остается до перерыва буквально полминуты. Хочу вам дать ответить, пожалуйста, на вопрос. Вот это дело Белых в череде дел уголовных прочих руководителей регионов и высокопоставленных лиц, оно будет иметь какой-то урок? Я думаю, что это урок закручивания гаек. Закручивания гаек. И не более того. А то, что любого, кто и сегодня, взять того же Игоря Васильева, взять там Шулятьева, да, и кого угодно, и если необходимо, Володь, поверь, это все делается очень легко. Я не случайно некие отступления делал, потому что есть уже собственный такой опыт. Параллели приводили. Да, параллели. Да, поэтому это урок единственный, общем, что, ребята, царь сказал, и никаких... Может быть, Никите Юрьевичу не надо было в открытой беседе где-то говорить о том, что он намерен выдвигаться на президентский пост. Угу. Может быть. А он это возможно, сказал. Проучили. Он это сказал где-то, что он намерен поучаствовать в этом процессе. Ну, ребят, я сказал, что вот в этой ситуации, ну, я бы не хотел дальше развивать эту мысль, но параллели можно провести, и они имеют право на существование. Поэтому, ну, в общем, шутки с системой плохи, шаг влево, да, шаг вправо. Да, да, можно, да, да. То есть, если ты участник угодить. Этой системы, то ты вынужден не только играть в правила этой системы, но ты должен быть всегда в состоянии ожидания, что система тебя может сдать, если это необходимо. Валерий Турбло, это его особое мнение. Мы прерываемся на небольшую паузу, скоро продолжим. Да, продолжаем мы. Беседу тут перевели с Валерием Николаевичем по делу Никиты Белых, но все-таки переходим к другим делам. Да, надо ли жалеть Никиту Юрьевича, да, или не надо, вот жалеть, о чем рассуждается. Да. Пусть решает сам для себя. Да. Не могу не спросить про другое громкое дело, случившееся на днях. Задержан Александр Плотников, руководитель управления ГИБДД по Кировской области. Там огромная какая-то мошенническая схема, как нам сообщили СМИ. Накануне было принято решение о мере пресечения. Более 800 миллионов. Ну, там ближе к миллиарду уже подбирается сумма. Накануне было принято решение о мере пресечения. На 2 месяца отправлен в СИЗО Александр Николаевич. Что такое? Такое проклятое место у нас начальник ГИБДД. То, что предыдущие два руководителя... Я, может быть, несколько уйду в сторону, но пусть радиослушатели не посчитают, что я ухожу от прямого ответа. Только недалеко. Да. Нет, это недалеко. Это буквально вчерашний день и позавчерашний. Позавчера завершились гайдаровские чтения. В нарушение установленного порядка всегда было довозки, клуб заседал, а потом гайдаровские чтения, как итог. А здесь наоборот, да. И вот гайдаровские чтения, они сделали очень серьезный, на мой взгляд, вывод, о котором сегодня не принято говорить, потому что это переворот. Они сказали, что модель, которая была предложена, экономическая модель в 1991 году, она уже прекратила свою работу, и более того, она вредит развитию государства, Но сущность этой модели была осуществление передела и запуск якобы в эффективный оборот собственности. Эта модель, она была основана на отжиме. Ну, то есть эффективный бизнес есть, его более сильные отжимали и дальше продолжала работа в этом деле. Да. А почему я этот пример привел? Не из-за того, что там модель отработала, я просто хотел показать, что закончилось время вот этого вот процесса, надо теперь делать
тот процесс, который повышает уровень жизни людей. И они об этом пришли к этому выводу. Подозреваю, к чему вы ведете. Да, да. Следовательно, Плотников – это тот же был винтик этой системы отжима, там, прокруток, ну, отмывки бюджетных ресурсов и так далее. Он был винтиком. Но мы предполагаем. Ну, да. Я не только предполагаю, это продолжение темы Белых. Это, по сути, Белых, но, с другой стороны, тоже даже человек системы. Система или там подсистема. Да, да, это правда, та же... Да. Но смысл, это элемент, вот этот винтик этой же самой системы. И я далек от того, что там Плотников брал себе, или возьмете он этот же самый Коми-республику. Да, сегодня вот начинают вскрываться, я туда плотно въехал сейчас, пытаемся реализовывать проекты. Оказывается, не все так было плохо с той командой, которую сделали там чуть ли не преступники. Mm-hmm. Понимаете? То есть здесь много таких подводных камней. Поэтому, говорит, проклятое, не проклятое место, любое место государственной службы, оно проклятое. Это заложники той системы, которую признал вот этот гайдаровский клуб, что она прекратила свое существование, она эффективной быть не может. А ларчик тоже очень просто открывается. Детям надо было передавать собственность, а дети не готовы. Они в комфорте жили, они могут только пилить деньги, брать кредиты и закрывать предприятия. А заставлять работать эффективно они это имущество не могут. И вот вам результатик. А куда дальше грести, никто ответа на сегодняшний день не дает. Пытается Владимир Владимирович в своих выступлениях сказать, там, к народу обратимся, патриотизм, ГТО, там, и так далее, и тому подобное. Да? Но это что же смешно? Но ведь разумных-то людей в стране в нашей немало. Я себе говорю. Вы знаете, вы правильно говорите себе, что разумных людей немало, но у Плотникова более жесткая система. Вы свободны, вы взяли и ушли. А он давал соответствующую присягу. Он давал соответствующие обязательства, которые подчинены определенным уставам, выполнению приказов и так далее и тому подобное. И он воспринимал, может быть, это я предполагаю, может быть, он воспринимал это как нормальный процесс и нигде. Но учитывая, что сегодня идут кардинальные изменения, цифровая экономика, блокчейн, робототехника, вот эта фигура, которая создана была под Плотникова, и он обязан был ее выполнять, если бы он не выполнял, его бы уже давно сказали, ты себе забираешь эти деньги. Да. Звено дало сбой какой-то. Да, да, и он бы еще, черт его знает, как бы еще было. Я еще не знаю. Его бы обвинили, что он там что-то забрал. Ну, я не знаю. Но надо было как-то вот это звено теперь выводить, потому что оно все равно где-то проявится. Ну, нашли момент, обосновали идеологически, на мой взгляд. Я же Плотникова тоже знаю. Это достаточно порядочный, хороший человек. Я абсолютно. И переживающий за область, и за все. Вот в любое время суток, у меня был его мобильный, он в любое время суток отвечал, там мы с ним говорили и так далее. И тому подобное. В свое время мы ставили систему, я пробивал деньги на, спасибо Елене Васильевне Ковалевой, тогда она поддержала, в бюджете денег не было, нам 7 миллионов, да, 7 миллионов мы пробивали на обеспечение безопасности движения. То есть денег не было. Но мы вместе это все делали, понимаешь? Поэтому, ну, надо разбираться. А я утверждаю, что все должности государственные – это проклятые должности. В той системе, которая сегодня пока существует. А немалое количество представителей молодого поколения хотят попасть как раз-таки в эту систему. Так правильно, а ты спроси, почему они хотят. Потому что здесь можно пилить бабло, вот и все. Вы знаете, Валерий Николаевич, какой вопрос меня давно уже беспокоит. Наверное, он как-то более остро стал звучать в голове с момента начала этих посадок, да, поставленных лиц, сильных мира сего. А отдают ли себе эти люди отчет в том, что однажды их действия могут быть истрактованы с точки зрения Уголовного кодекса и так далее и тому подобное, что они могут, ну, от ума до тюрьмы не зарекаться, как говорится. Ну, вы правильно все поставили вопрос, то есть к чему привела система? Система привела к тому, что винтики в этой системе, они потеряли, они работали чисто механически, но потеряли чувство вот этого страха, инстинкт самосохранения,
как я сказал Никите Ильичу, ты что думаешь, Бога за бороду поймал, да? Но он действительно считал, что он Бога за бороду поймал, князь и так далее. А надо было постоянно поддерживать состояние, что ты такой же человек, как обычный человек, и от сумы, от тюрьмы чего? Не зарекайся. Вот если бы это проповедовалось, то я думаю, что многие бы вещи, они просто не реализовывались. Ведь я знаю много порядочных людей, которые уходили из системы только из-за того, что надо было вот выполнять подобные штуки. Я в свое время был первым заместителем директора ЦНТИ, это государственная структура. И когда я туда пришел, все бюджетные деньги, которые поступали, 10% должны были обналичены увезти в Москву. А финансирование шло, это федеральная структура была. Вот. Но я сколько, когда уходил 10% от бюджетных денег, которые поступали, они же все по смете там обозначили. С каждых 10 рублей. Да, да, но я боюсь даже вам назвать цифру, когда я уходил, какая она, в какую уже превратилась. Мы отказывались от бюджетных денег вообще. Мы не хотели их брать, потому что это уголовка. Это не 30% было, и не 50%, понимаете? И на меня пытались потом уголовное Мачехин возбуждать, он тогда главой города был. Да. А я ушел оттуда и сказал, ребята, со своими процессами. Но ведь это делал не директор ЦНТИ, это делал кто? Верхний уровень, он говорил, вот тебе федеральные деньги, да, это твои проблемы, но привези мне эти. И я понимаю, тот, кто давал команду, он не себе эти деньги забирал. Там были другие цепочки. Поэтому... Ну, что я вам могу сказать? Сломать сегодня, эту систему невозможно? Сегодня, вот свидетельство, вот эти посадки, это и есть свидетельство. Я бы сказал даже так, что первым сигналом изменения этой системы, и Дворкович, по-моему, сегодня или вчера он сказал о том, что на вопрос журналистов, как реагировать должны олигархи на вот эту систему закручивания гаек и вывода денег, на что Дворкович сказал, а у нас уже нет олигархов, у нас есть честный и порядочный бизнес и предприниматели, понимаешь, которые заинтересованы патриотично развивать свою страну. Вот это вектора, которые свидетельствуют, что с момента, когда деда Хасана убили, двойной контроль осуществлялся нефтяной и газовой трубы, да, деда Хасана убили, вот с того момента началась ломка системы. Начали зажимать олигархов, которые работали либеральное звено, работали там на кого-то, да, и им сказали, либо деньги сюда, либо и вливайте имущество, там, условно говоря, в Ростех под Чемизово, да, либо кирдык вам. И выхода нет. Действительно, олигархи сегодня патриотичные, они весь бизнес. Возьмите Сельмаш, возьмите 1 мая, на первый взгляд. Кончились скандалы и так далее. А почему? Потому что все это интегрировалось в единую модель экономическую. Нету сегодня либеральной модели Альфа-групп. Альфа-групп сегодня перед выбором стоит. Что делать дальше? Поэтому я думаю, чтобы ответить, идет ломка этой системы. И вот эти все посадки, они как раз свидетельствуют, что, ребята, восстанавливайте инстинкт самосохранения. Если не сможете этого сделать, несмотря на то, что давление идет там сверху, продолжать, чтобы она работала, либо уходите, либо боритесь с этим. Вот я думаю, это так. Тему предпринимательства, бизнеса упомянули. Перейдем к ней, затронем, по крайней мере, ее уже после рекламы. Валерий Турулов со своим особым мнением. Скоро продолжим. Продолжается наше общение с Валерием Туруловым, руководителем Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутат ОЗС в недалеком прошлом, руководитель регионального отделения Ротфронт. Давайте о бизнесе немножко поговорим. О бизнесе и налогах, взаимоотношениях налоговой службы и предпринимателей. На этой неделе как раз в программе «Двойной разворот» мы обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг компании «Вымпел 45». Вы знакомы? Меня информировали, я, к сожалению, не... Я саму фирму-то знаю, да. Вот налоговая сейчас просит ее 50 миллионов рублей уплатить за предыдущие 3 года. И, в общем-то, там претензии-то не столько к ней, сколько к контрагентам. Якобы это фирмы однодневки и так далее. Тема нам это известна. Вы знаете эту схему, да? Конечно. Это же было у нас показательное судилище еще при Белых, и я тогда вставал на защиту предпринимателей, когда запускали процедуру якобы ухода от налогообложения, в частности от НДС. Угу. Холдинговые цепочки, где поставщики и подрядчики были аффилированные лица якобы, и в результате говорили, стоп,
маленькие предприятия являются аффилированными от одного предпринимателя, и прогонка по этой цепочке холдинговой должна считаться как один производственный процесс одного предприятия. Но сейчас ведь у налоговиков есть возможность все это отследить, у них там программное обеспечение есть и так далее. Да как ты отследишь? Сегодня вскрыть аффилированность после той судилища 10 этих предпринимателей наших, ребята же сделали вывод. Они поставили на эти структуры кого? Свои аффилированные структуры, своих людей, но не связанных родственными узами. Друзей, товарищей и так далее. По закону все? Все нормально. И в результате взять нельзя. То есть идет дальнейшее развитие этой ситуации. Я не утверждаю, что эти аффилированные лица, но налоговая сегодня пытается как раз убедить всех, что на вымпеле это были аффилированные лица, и сама система, а НДС это все же очень серьезная сумма от оборота. Ну, 18%. 18% от оборота. Это же не от себестоимости продукции, а от общего оборота. Поэтому я думаю, что это продолжение той истории, которая попытка была налогами отстроить тогда еще, при Никите Юрьевиче. Это дальнейшая ситуация развития. Но самое плачевное в этой ситуации заключается в том, что с бизнесом можно договориться по-честному, если он действительно увидит, что оплачивая налоги, ему чего-то остается. А модель такова. Это реально объективно, я экономически это могу доказать. Кого это интересует, порядка 62 копеек с рубля оборотного он должен отдать в виде либо налогов, либо платежей, прямых и косвенных платежей. 62 копеек. 38 копеек у него останется, если по-честному работать. Существующая ситуация. Это означает, у него уровень рентабельности его предприятия должен быть около 200%, чтобы в ноль сработать. Угу. Понимаете или нет? В ноль. Ну, извините, найдите мне предприятие, кроме там торговли оружием, проституции, наркотики, чтобы 200% рентабельности. И распиливание бюджета. Да, и распиливание бюджета, где ни копейки не вложил, получил. Следовательно, тема, она заранее уже установлена, что любой предприниматель, который сегодня существует, он вор. Априори. Он априори, потому что заложена система, что он должен разориться. А он существует. Поэтому налоговая инспекция, она очень свободно себя чувствует и очень спокойно. Если ты существуешь, и прибыль есть, парень, ну-ка иди сюда, мы разберемся. Где деньги? Где деньги, Зин? Да? Вот так вот, дорогой мой. Поэтому здесь должна быть абсолютно меняться система. Она абсолютно. Учтите, я говорю не о налогах, только налог. Налоги там часть только. А еще говорю о платежах, прямых и косвенных платежах. Вот я о чем говорю. Угу. То есть общая нагрузка. Общая нагрузка на оборотный рубль. Совершенно да. Правильно. Вот, и я могу это доказать. Вот у нас в том эфире был опрос, да, я вас предупреждал об этом, что мы спросили наших слушателей, как вы думаете, малый и средний бизнес у нас сейчас в Кировской области может существовать, при этом платя вот все эти, нести всю эту нагрузку? 90% сказали нет, ни в коем случае. Ну, я вам больше того скажу. Вот помните, мы на одной из наших встреч я говорил о том, что мы в Кировской области пришли к очень плачевной ситуации. Вначале, ну, я был еще в предыдущем созыве, не вот этом, который я последний был, а в четвертом созыве. В четвертом созыве мы тогда поднимали проблему крупного бизнеса. Я лично поднимал. По Кирово-Чепецкому химкомбинату, по БХЗ и так далее, что крупные предприятия стали перерегистрироваться из Кировской области, уходить там в Москву, кто-то куда-то уходил. Тогда меня обвинили в провокации и сказали, парень, что ты суешься? Мы платили и будем платить. Но вылилось это потом, что мы половину бюджетного ресурса потеряли только на одном Кирово-Чепецком химкомбинате. И все забыли о том, что я выходил открыто на прямую трибуну и говорил на камеру, ребята, потеряем, вы что творите-то, елки зеленые, вы живете на нашей территории, вы отравляете нашу территорию, ну вы платите тогда и давайте будем возмещать это все. Вы призывали через... не уходить никуда. Конечно, оставлять здесь. И более того, никаких льгот, ничего не давать, а мы же тогда бились, чтобы газ был у Кирово-Чепецкого химкомбината. Там же тоже проблемы были своего рода. Это же опять передел собственности шел и так далее и тому подобное. Второй этап начался уже в следующем, пятом созыве, когда я был председателем комитета. И здесь мы начали, зафиксировали активную утечку среднего бизнеса.
То есть уже средние предприятия стали уходить из Кировской области. И мы тогда подняли панику и говорим: ребята, что делать-то? Я проводил специальное заседание, приглашал всех силовиков, говорю, налоговые, говорю, что будем делать-то? Смотрите, что происходит. Мы не нашли тогда выхода. А выход он заключался только в единственном. Необходимо было оптимизировать какую-то модель и предложить выгодную модель, все же оставаться. Да, оставаться здесь. Но надо промотивировать бизнес. И мы бы получили больше через налоги и так далее. Там, но никто этого не захотел, проще чего. Шашку над головой, или как это-то, ты вор, да? И в Турции там, и каждую минуту шашка над головой, ты ныряешь в дерьмо, блядь. И вот бизнес, он точно такой же. Вот все время над ним шашка над головой, и не нырнул ты в дерьмо, блин, и голова долой. И вот в таком состоянии он находится. А сейчас мы дошли, я уже когда уходил, и малый бизнес уже уходит. Малый бизнес не считает возможным себя регистрировать в Кировской области. Это уже должна быть чрезвычайная ситуация объявлена. О каком инвестиционном климате мы можем говорить? Ведь развитие территории, оно основывается не на развитии крупного бизнеса. Развитие территории, которое провозглашает сегодня правительство, оно связано с развитием малого предпринимательства, где новые перспективные проекты внедряются и так далее и тому подобное. Не с большим количеством людей работающих, но имеющие высокую добавленную стоимость в производимом продукте. Это наукоемкие технологии, высокие технологии и так далее. Вот о чем идет речь. Крупный бизнес на это не пойдет, потому что любое изменение у него вызовет сразу остановку. Ну и учитывая то, что крупный бизнес зачастую связан с государственными заказами. Но мы же об этом говорим. Ему оборонный бизнес нам вообще... Конечно, конечно. А у нас какие сферы реального сектора экономики, которые мы можем получать налоги? Да? Это строительство, сельское хозяйство. Ну что еще? Ну малые производственные предприятия. Все. Угу. Все, больше ничего нет. Ваши прогнозы, Валерий Николаевич, на ближайшее время в этом отношении? Ну, в свое время, когда Куземская была, нас приглашали на совещание до выборов губернатора. И мне казалось, что появился определенный вектор, когда ежемесячно проводился круглый стол правительства. И представители объединения малого бизнеса, и мы проговаривали ситуацию в режиме онлайн. А где проблема, а что надо сделать? И откровенно следующий... говорили там. Да, откровенно, просто садились, да, на чистоту, по чесноку. И дальше была возможность через месяц опять встретиться, опять на круглом столе, а что сделано, что не сделано, что изменилось, что не изменилось. Мне показалось, тогда был запущен определенный механизм, который мог бы вывести. Потому что никто не знал, что делать. А вот совместно вот таким путем, в принципе, можно было найти механизмы и разрулить эту ситуацию. Я помню, там и тогда еще уполномоченный Вавилов был по развитию. И он тогда поднимал, да, предприниматель, он поднимал вопрос, а давайте будем создавать систему гарантированного производства и реализации товаров местных производителей. Я говорю: о, Андрей Николаевич, моими словами заговорили. 2 года назад я об этом говорил, вы сейчас к этому подошли. Уже это уже здорово. Да, это уже здорово, что вы к этому подошли. Ну пусть на 2 года позже, но это надо создавать. Если они сегодня не переформатируют систему отношений с малым бизнесом, я думаю, ничего хорошего не будет. А вам понятен вот этот формат и насколько он перспективен? Вот эта так называемая территория опережающего социально-экономического развития. Я вам прямо скажу, что, учитывая, что я являюсь руководителем, ну, пока, ну, у нас ежегодно перевыборы президента и исполнительного директора, кластера, мы, в общем-то, замучились уже формировать вот это видение и стратегию опережающего развития территории. Потому что одного заслуга... У нас сформировано уже. У нас сформировано. Да. У нас сформировано. Мы это хотим трансформировать в правительство. Вот трансформируем, потом тех людей, которых мы готовим и погружаем в эту ситуацию, реальную ситуацию, они уходят. Мы опять информируем, они опять уходят. Вот Куземская последняя. И в конце концов мы плюнули и сказали, будем ориентироваться на федеральный уровень. Потому что ну, простой вопрос. Вот задаем первым лицам области простой вопрос. Необходимо осуществить расселение населения Кировской области. А нам ответ говорит, а где мы их будем переселять, у нас нет жилищного фонда. А сам термин расселение, он говорит о следующем.
Вот человек находится на этой территории, он же не случайно там был. Дом у него там стоит и так далее. Родственники жили. Он здесь находится. Следовательно, задача является не перевести этого человека и переселить там, где город, и минимизировать нагрузку на содержание этого человека, а создать условия, чтобы этот человек эффективно развивался вот на этой территории. Он же там не случайно был. И создать полноту условий, чтобы он чувствовал свое достоинство, честь, уважение и комфортно жил. Вот в чем смысл. Но что я ему должен? Лекцию читать этому там руководителю, да? И разъяснять, да что... Что, на пальцах можно объяснить? Он сегодня руководитель, который говорит, мы должны опережающими темпами развивать нашу территорию. Но он не понимает самой терминологии, о чем с ним можно говорить. Он уже уполномочен, у него есть соответствующая квалификация и полномочия, а он не понимает. Вот, извини, образуют, тогда один раз я имел такой эксперимент сказать на законодательном собрании, ребята, вы повышаете свой уровень компетенции, вы квалифицированные люди, нормально, вы свои мозги-то хотя бы вправляете, давайте я с вами занятия проведу, лекцию хотя бы проведу, чтобы мы на одном языке разговаривали, чтобы мы понимали, что происходит. Нет. Их вполне устраивает подобная ситуация. Не понимать. Но щеки надувать мы все знаем, вы тут ничего не знаете и так далее. Снобизм, цинизм, прагматизм до абсолюта доведенный, я думаю, он к добру не приведет. Здесь надо просто сказать, как Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю, а вы даже этого не знаете. Валерий Николаевич, завершается наш разговор. Всегда с вами очень интересно беседовать, и каждый раз ловлю себя на мысли, что... Все у нас как кто в лес, то по дрова, и ощущение какого-то полного хаоса. Вообще-то, нет, вот теория вопроса, она вообще говорит о следующем, что из хаоса формируется система. То есть надо пройти хаос для того, чтобы появилась система, где предопределяющим этой системы является воля и желание человека. Спасибо, Валерий Турулан. Завершаем на этом нашу программу. Спасибо, всего доброго. Вам спасибо.